Радио НВ. На радио НВ. 25 хвилин по 9 триває новий ранок на радіо НВ. Зараз у нас буде е, така, знаєте, несподівана як на мене тема. Тому що ми будемо говорити про активність в будь-якому віці. А якщо зовсім так от сказати, точково, то це історія радше про стереотипи, про ставлення до різних вікових категорій. Я хочу представити нашого гостя. Це Олег Перетяка. Про нього багато можна говорити. Він луганчанин, він переселенець. Він багато років працював військовим психіатром. І зараз, от те, з чого ми почнемо, ця людина найближчими днями виїжджає до Дніпра для того, щоб взяти участь у змаганнях з Кіберспорту в складі команди 55+, тобто люди, яким за 55 об'єдналися в команду з кіберспорту і будуть з кимось змагатися. Розкажи, будь ласка, про те, що це за змагання, і звідки в 60+, бажання зайнятися кіберспортом. Доброго утра. Я бы хотел бы сказать э, о том, что э, киберспорт для меня это открытие, которое подошло в прошлом году. До этого я никакого отношения не имел к киберспорту. Мои дети в школе еще играли Counter-Strike, э, и я им ну, препятствовал, говорил, ребята, не занимайтесь чепухой, и прятал э, сетевой шнур, чтобы они не играли. Они находили его, я об этом даже не знал. Играли, а потом обратно ложили на, на место и продолжали играть. Когда я об этом узнал, запретил, э, уже запретом было, они пошли э, в клуб. И играли в клубе. Когда в прошлом году я увидел объявление, что приглашаются желающие 55 ⁇ э, в команду, которая будет играть э, со шведами, чемпионами мира, у которых возраст э, 70 ⁇ ну там средний возраст у них был э, 71 год. А в что и... играют? Counter-Strike, Counter -Strike. люди да. в 70, в Швеции есть сборная, и это сборная чемпионов мира, и теперь Украина тоже хочет гидно противостоять. Правильно Правильно, розуміє? абсолютно. Поэтому э, была формиру... сформирована эта команда. Ну, от... Мы прошли отбор, отбор такой. посмотрели, как кто стреляет, э, как кто владеет компьютером. И в результате попало 10 человек в команду потому что нужно было формировать пятичленовую э, команду. В итоге нас осталось семь э, человек. Mm -hmm. В принципе, э, первое международное такое соревнование было в сентябре прошлого года на Комиконе. Э, это была такая дружеская встреча Украина-Швеция. И чемпионы мира, шведы, проиграли нашей команде 16-1. Мы во время, после занятия говорили, ребята, давайте, вы, наверное, хотите все-таки сделать, Как ответное... Реванш, Реванш. Реванш. Ага. дані, ой, ми ну, ще подумати, вони ніч до сих пор думають, але ми ждемо їх зустрічей і які наготовимося другим стрічанням. Ну у Україні зі Швеція, ми знаємо, досить тривала історія суперництва, і я не лише про 2012 рік зараз згадую про футбол. Слухайте, е цікаво насправді зрозуміти вашу логіку, тому що тоді, коли ви говорили своїм дітям щось на кшталт, не займайся цією дурницею, а потім самі почали фактично цією дурницею займатися, то напевно йдеться про перегляд свого ставлення. Что вы там нашли в тих играх, чего не бачили раньше, когда в це играли ваши дети? Ну, во-первых, мне было очень интересно посмотреть. Я был, э, ну, в молодости имел первый взгляд по стрельбе. Боевые, боевые. Ну, думаю, проверю себя, как я могу в компьютере стрелять. Оказалось, что не совсем здорово. Поэтому я всегда стараюсь э, добиться того, что у меня не получается. Э, с одной стороны. С другой стороны, я как доктор, как врач-психиатр могу сказать, что для людей пожилого возраста в какой-то степени эти игры способствуют тому, чтобы мозг не расслаблялся, не дряхлел, не старел, а в какой-то степени задержать э, преждевременную старость, можно сказать, что это профилактика деменции, старческого слабоумия, либо других э, всяческих проблем, которые возникают в старости. Поэтому я решил на себе это посмотреть, но это палка о двух концах. Я когда сел за компьютер, и когда перед тобой мелькают э, образы, и ты должен одновременно работать руками, э, головой, управлять каким-то э, человечком, и стрелять, и, и оружие менять, и взрывы тут, и все такое, первое время от эмоций, у меня болела голова, я приходил как полубеда, чумной. Но через некоторое время все это встало на свои места. Я заметил, что э, человек в возрасте, и не только в возрасте, в молодом возрасте это быстрее происходит, в старом, в нашем возрасте это немножко сложнее, возникает э, микромоторика, человек начинает думать и сразу же управлять. Это э, один, один момент. Возникают, ну, как бы, оживляются нейронные связи в голове, которые были. У человека в какой-то степени начинает он не только лишь э, работать, он эмоционально переживает эти все вещи. И я думаю, что не только для молодых, но и для людей нашего возраста, это есть спорт, это, ну, не спорт даже, а э, интерес, который позволяет развить себя и в какой-то степени не дать, чтобы ты быстрее старел. В Днепре вы собираетесь смагаться с молодежными командами. Расскажите про это, да, как там будешь, как проходят все измагания и как вы ви решили туда ехать? В субботу нас проси, пригласила Федерация киберспорта Украины, чтобы мы поучаствовали в мероприятии, которое называется День киберспорта в Украине. Я думаю, что будет День киберспорта скоро отмечаться в Украине как праздник для нашей аудитории. И нас пригласили для того, чтобы мы поучаствовали в некоторых соревнованиях. У нас будет ну как? Официальные товарищеские встречи с, ко с командами аматоров 18 ⁇ Это же здорово. 60 ⁇ и 18 ⁇ И посмотрим, кто сильнее. Я могу сказать, что после, э, после шведов мы продолжаем тренироваться. И э, встречались с разными командами, э, ну не школьниками, а студентами mm -hmm. и командой Ленова. Ну, игра була чуть ли не на равних? Конечно, мені ножка послабє, чим молодіж. Ну, любому випадку, я думаю, що через год-два ми б фору фору любої команді. Про команду до речі, як, а. Це, як це виглядає на практиці? Тому що ну чи це просто люди, які значить зайшли в умовну якусь кімнату для гри, куди заходять лише ті, кому 60, наприклад, або плюс-мінус 60, mm -hmm. або це дійсно якась командна робота. Ви зустрічаєтеся, спілкується, обговорюєте стратегію. Як це? Объясню. Значит, э, ну, скажем, так как на, нам это, это, ну, скажем, такая ну, общественная или там спонсорская помощь идет нам. Вначале мы занимались в киберклубе, который находится. Э, подземный городок, около Бессарабки. Вот. Метроград. В Метрограде, mm -hmm. да. И э, сидят молодые ребята, там Шум, Гам, Мат и все остальное можно было э, услышать. Потом понь, э, поняли, что нужно все-таки заниматься командной игрой. И нам выделили место. И мы сейчас э, собираемся три раза в неделю по два часа занимаемся. Э, с нами занимается тренер. Молодые ребята, ну супер. Я могу сказать, как они играют э, виртуально. ты не, Когда он с ножом ты не, и летает перед тобой, ты не можешь попасть с него с пистолета или с автомата, ты думаешь, сколько нам еще нужно тренироваться. И они нам показывают основные правила, как пользоваться, э, скажем, гранатами, другими видами вооружения, как, как строить тактику командной игры. Почему? Это командная игра. Вот когда я играю дома, э, с, ну, просто захожу в команды, там играют лишь бы поубивать кого-нибудь. Там нет э, задачи поставить бомбу э, в нужное mm. место, отстоять ее и так далее. Что там нема там... стратегии. Нет стратегии. Mm -hmm. А здесь мы изучаем и тактические вещи. Куда бросить, какое место бросить э, там, бомбу, чтобы дым поставить на в определенном месте, в какое место бросить э, там взрывную бомбу и так дальше. Поэтому э, это очень важно для того, чтобы ну, э, команда выиграла. Команда должна выиграть. Не человек выиграет, а команда. Один человек всегда проиграет. Кто в вашей команде? Кто еще, кроме Олега Перетяки, будет змагатися с молодежной командой вот, завтра в Днепре? Ну, у нас семь человек осталось. В принципе, команда построена таким образом, чтобы было пять человек в основной состав, два человека в резерве. Ну, всякое бывает. У кого-то домашняя проблема, заболел и так дальше. Поэтому мы всегда на подстраховке. И э, у нас сейчас осталось, было 8, одна у наша активная девушка, бабушка уехала в Шотландию, не знаю, познакомилась с другим, наверное, киберспортсменом <laughs> и уехала туда. И у нас осталось 7. У нас фактически две женщины и пять мужчин. Кто те люди за профессию? Что они делали и что вас объединяет разом Очень разные люди. И бухгалтер, и врач, и э, бизнесмен, и IT яичник один ну короче раз разные специальности и все пришли э, из-за того что было интересно только пару человек а один жестянщик у нас самый такой э, супер стрелок он фактически занимался несколько лет э, э, контрстрайком, поэтому он для нас Капитан команды и э, стрелок, который убивает всех подряд. Я боюсь даже выглядывать, когда он стоит стрел, э, и смотрит тебе в прицел. Я знаю, что наверняка я не дойду туда, куда мне нужно. Угу. И поэтому наша команда слаженная, и я думаю, что у нас взаимозаменяемость определенная есть. То есть, когда у кого-то не будет, мы уже знаем, кто какую роль играет, кто какое место занимает. То есть, и поэтому это очень важно, чтобы команда активно ну, э, не только играла, Ну, і виграла. Оця злагодженість, вона перетікає в реальне життя поза грою. Тому що ну, тут, напевно, варто говорити, а, а це супер важлива тема в, а, в такому віці. про появу новых друзей, про появу новых контактов, обмен информацией, какие то новых хобби и так далее. Ну я могу сказать, что наша команда, это в принципе сплоченная команда. Мы mm -hmm. сейчас уже, ну как, играем не только лишь на месте. Есть возможность играть каждый сидит дома, мы, мы уже все объединены в команду и мы включаемся в ну коман командные игры вечером там, с другими командами. Мне это интересно и это очень важно, поэтому Uh, uh, это я сейчас... Є ж такий стереотип, що в такому старшому віці люди uh, важче сходяться, важче знайти когось, з ким ти знайдеш там, я не знаю, якісь спільні риси. Чи це тупий стереотип, і він насправді не працює? Ну, на вашому прикладі. Ну, наши, на нашем если на нашем примере нашей команды могу сказать, что у нас есть ну, некоторые э, лидерские э, товарищи, которые ну, мужского пола, которые э, давлеют на женщинами, чтобы они быстрее шевелились, чтобы они не сидели долго, быстренько передвигались. Возьмите нож, они идите со всем э, амуницией, и э, они бывает обижаются, но понимают, что это справедливая критика, и мы останавливаем такие горячие голос. Слушай, ну мы же играем, мы это, это же не война настоящая, поэтому мы находим компромиссы. После игры находим даже возможности ну, отмечать свои победы. Круто. Спілкувание по загрою, но теж воно как результат, как сатисфакция такая. Да, я могу еще сказать: что mm -hmm. э, я открыл буквально две недели назад фановскую страницу нашей команды я не назвал нашу команду Ageless Shooters. Wow. Ageless шутерс, тобто не старіючі, невікові е, стрілки поза віком, я кажу. Okay. Окей. Я називаю їх не старіючі стрілки. А Это... хто вигадав це? Ну, когда формировалась команда, у нас были представлены тренеры, скажем, которые уже играли, и я думаю, что они предложили такой, и мы просто приняли уже название команды, такое название команды, и мы мы же играли с шведской командой, которая называется Silver Snipers. Серебряные Снайперы. это Silver, на правильный английский. Да, двойной смысл как раз есть, да. Поэтому что-то подобное. Повідьому зділи і із нашими таке названня, хороше названня, мені нравится. про можливості для людини, яка вийшла на пенсію, якось далі розвиватися не о той стереотип, доживати віку і швидко перетворюватись, пробачте на овоч, а навпаки, активне життя, сповнене смислами, сповнене новими знайомствами. От як ви до цього дійшли? Чи ви завжди були таким шубутним? Я, я немножко вернусь, не на ваш вопрос отвечу, а продолжу ту немножко тему дополню. То есть две недели назад я э, сделал фановскую страницу нашей команды «Нестареющие стрелки Ageless Shooters Fans, и за две недели там уже э, несколько сотен людей пришло подписалось, потому что это интересно, это очень важно. И э, думаю, что пользуясь случаем, предлагаю приходить к нам там, потому что мы будем делать и стримы, и, и, по видимому, я буду вести эти стримы, и э, вся, все новости очень интересные по киберспорту, не только нашего возрастного, но и в принципе вы узнаете. На На этом. Теперь к вашому атлі. А от к нашому, а от до нашого питання ми повернемося вже після новин. Олег перетяков, колишній військовий психіатр. А зараз е гравець збірної з кіберспорту. Стоючий, е стрілець, стрілець. Yes, yes, так. В нашій студії ми продовжимо після новин. Дев'ята година і 44 хвилини. Останній ефірний блок нового ранку на радіо НВ. Тут Олег Білецький та Павло Новіков. Вона з гостюва студія о десятій. В студії з'явиться Чарівна Леся Антипенко. У неї там і про переваги і недоліки різних типів ремонту дороги, зокрема і Ямкового. І нова ідея про створення комісії, яка б вимагала від Росії відшкодування збитків, завданих окупацією. Це було інтерв'ю об одинадцяті. Не припустіть, не пропустіть. Ми ж продовжуємо своє інтерв'ю. Олег Перетякав в нашій студії військовий психіатр і людина, яка у вільний час, а в нього, як ми з'ясували, є багато вільного часу. Я ж правильно розумію, та oh, да. от у вільний час вона є таким нестаріючим стрілком, ця людина. Давайте поговоримо так само про. Ну, бо тут питають у нас на вайбері про те, чи вам довелося вибачатися перед дітьми за КонтрСтрайк за те, що ви дріт забирали. Але я під підсилю це питання ще одним: діти, родина. Что они говорят про а, ваши активности? Они они в захвате говоря украинской, потому что не ожидали от меня такого э, такой прыти. Дети э, поддерживают, и порой э, сыновья, когда приходят, садятся э, за компьютер и начинают тоже играть. И мы порой один сидит в одном, где-то в конце города, я в другом, и мы начинаем друг друга стрелять. Мы один против одного или боты, и мы с ботами команда против команды. Но я скажу, что мне еще до них расти и расти. Але ну теперь вы можете с детьми в одну и ту самую игрушку. Погратися, слухайте про можливості для людей, які виходять на пенсію, тому що одна справа, коли ви щось знайшли, да, от Counter strike Я знаю, що ви пішли в басейн, у вас ще багато інших активностей. Але чому стереотип про те, що вийшовши на пенсію, ти все сидиш перед телевізором, сьорбаєш чайок і доживаєш роки? Чому цей стереотип все ще живий? Он стався із пріждів, коли чоловік був атор. Отур... Ну вийшов вийшов роботу і чув у себе отрізаним аджизні. От Он... проживает, доживает свою старость. Вы, наверное, знаете такого э, известного академика, ее уже нету, Наталья Бехтерева, да, внучка великого Бехте, Владимира Бехтерева, известный мировой нейрофизиолог. Э, я хотел бы привести ее пару слов. Мы не умираем, пока у нас есть цель дождаться внуков и правнуков, написать книгу, увидеть мир. Старости не существует. И ничего не заканчивается, не заканчивается, пока вы сами этого не захотите. То есть очень важно э, человеку, чтобы была цель жизни. Когда у него теряется цель, смысл жизни, он просто быстро умирает. То есть есть люди оптимисты и пессимисты. Оптимисты живут дольше. Я смотрел информацию, те, которые э, люди в возрасте, э, а сейчас возрастные рамки сдвинулись. Я уже нахожусь, конечно, в том возрасте, который называется, ой, там, сейчас скажу, как же он называется, старческий возраст. Хотя я не чувствую себя старческим возрастом. Я чувствую, ну, на 45 лет, наверное, вот где-то мой возраст. А сколько в реальности? А мне 61-62 в этом году будет. Угу. И поэтому до того, как я вышел на, на пенсию по возрасту, я занимался разными активностями. Я был политически общественным деятелем. То есть я как переселенец защищал права переселенца. Я был защитником прав э, людей в Луганске, пациентов защищал, защищал людей э, там, с разными их проблемами. Когда переехали в Киев, э, я тогда вошел в громадскую раду при э, КМДА и занимались вопросами переселенцев. Но вот это борьба постоянная. Я за... работа на телебачении, ток-шоу. Я помню, это наш спильный был в 2016 году. Ну да, не только это. Я еще преподавал был луганского национального университета до 2016 -го года. Но я к чему хочу, хочу сказать, что вот это постоянная, как белка колесеев, борьба, активность. И я вижу, что власть не хочет замечать, замечать нас, переселенцев, а тем более людей пожалуй, а тем более киевлян, когда Кличко э, в течение нескольких лет ни одного не провел персонального приема граждан. А мы пытались... Я понял, что... А, и переселенцы какие-то пассивные, вот как вы говорите, те, которые не очень ждут, когда им что-то принесут. Э, я увидел, что выходят 9 это 20-30 человек на э, нашей активности, а другие молчат, не хотят поддержать, думают, что им, мы будем добиваться. Uh -huh. Когда мне где-то 59 лет пришло, я подумал, бог ты мой, ну уже прошло сколько, 4-5 лет э, нашего переселения, толку никакого нет, а я бьюсь, бьюсь, а у меня внук появился, у меня ребята женились э, здесь, у меня семья, э, я набрался лишнего веса, я думаю, нет, стоп. Хватит заниматься чепухой. Я посмотрел свой Facebook, понял, что те люди, которые меня пытаются там, ну, затрагивать на политические темы, говорю: ребята, если вы не прекратите, я буду от вас прощаться. Я почистил своих друзей немножко, убрал свои политические там, посты и занялся оздоровительной тематикой для себя, я стал ходить пешком, с женой. За год, не за полтора года я потерял 10 килограмм. пришел в себя в норму. То есть ходьба для меня стала тем первым этапом, когда я стал заниматься двигательной активностью. А потом, когда появился, узнал, что есть проект, который будет готовить пенсионеров 60 плюс на длительную дистанцию на озере Орта под Миланом, в рамках международного проекта Ocean Man. Фу, я захотів, ще спробувати себе там смагулія проплить чотири з половини, а Оказалось, п'ять і два Ну тобто, якщо так підсумувати все те, що ви зараз сказали, похідним і основним є бажання. Тобто, ви самі собі сказали Стоп, да. тепер буде інакше. А вже потім ця вся історія вона почала вас затягувати. Бо ви, дізнавшись про одну активність, по отримали інформацію про іншу, потім третє і так далі. І от воно це, це такий процес, але похідним є саме бажання, і якщо ти сам собі не сказав, скажешь, ну то никто тебе не скажет. Абсолютно вот. так. То есть, когда ты решил переосмыслить, для чего у тебя стало сколько-то, ну... 10, 20, 50 лет, ну, я так беру с перспективой. Ну, ну старшему человеку, я вам скажу, 112 років, зараз, скоро ну, будет 113, мы будем стремиться к этому. Так, так. И чем я занимаюсь? Когда у меня появились более важные вещи, когда внуку 4 года, вот сейчас ему, я, ну, мы научились играть шашки в шашки, в шахматы, не говоря уже о другом, и он выигрывает уже у бабушки и у дяди своего в шашки. Ну, деда он еще не выигрывает, но э, это самое. Но ну... дед не хочет поддаться Німно но, але я не привык проигрывать. поэтому, поэтому я стараюсь, внуку сказать, что... а Он... Обижается, он... И, і начинает у нього появляются сльози. Я говорю, ладно, це ничья. На на этом заканчивается наш матч. Роман Сум Пеша нам жирний лайк цьому чоловікові. Як ви оцінюєте, скільки людей могло би от в вашому віці, там 55-60 років вдаватися до таких активностей, якою є ємність цього ринку? Тому що я розумію, що зараз... Ну там у Києві є досить багато пропозицій, є танці, є якісь ще зібрання, є лекції з там різних аспектів культури театру, є хорові походи. Тобто можливості є, але я не бачив би, що так багато людей долучається. Що заважає? Ну коли мені сповнив 60 років, я посмотрю, що є е, жизнь така організація, і е, е, мені постав ходити на їх міропротягнутим літом. Е, прийшов на їх вони там проводять в саду е, гідропарку мероприятия. Первый раз было. И они говорят, сейчас будет кастинг, там, кто какой, в каком образе будет выступать. Они пришли одеты, там что-то такое. А я там в джинсах так, под, э, <соединяй> под разбойник как говорится, был одет. Пошел тоже, выступал И я заметил, что люди, которые пришли туда, они совсем другие, чем те, которые сидят у нас около дома бабушки mm -hmm. на лавочке. Они сидят только перемалывают политические дрязги друг друга. То есть, дрязги. Какие одеты, что цены. Мне стало навколо наркоманы и проститутка Абсолютно. На mm -hmm. Троещине это, к сожалению, типичная ситуация. У вас є такі світоглядові а, суперечки з а, вашими ровесниками? Ну бо, якщо подивитися, скажімо, а, очима тих людей, які ви щойно описали, то оцей Олег Перетяка, який якийсь не такий, який грає от в ті комп'ютерні ігри і ходить кудись там. Ну він точно не нормальний. І з ним, і, і, і до нього має бути недовіра. Тобто до нього мають бути запитання. Ви комунікуєте з такими людьми? Як у вас? Ну це? я б я, я не сказав, що є, я б не слышав обратної зв'язки, що mm -hmm. Олег Перетяка там ненормальний ну, я і, і і, спричай... і займається. Ага. И просто в моем окружении люди, ну те, которые адекватно все это воспринимают, с одной стороны. С другой стороны, люди, которые ну нашего возраста, еще раз я хочу сказать, что они должны иметь какую-то идею. Вот у меня мама 80 лет, да, ну прикована к постели, и вся ее жизнь это ее книжки мы носим в библиотеке mm. и телевизор. Я представляю, как меняется ну, мышление этого человека. Фактически, он этот человек, который прикован к микроокружению, либо к соседскому окружению, дальше, дальше того, что идет через информационные каналы, больше своего мнения не имеет. Это как бы ретранслятор того, что услышал одна бабка сказала или один телевизор сказал. Но это ж неинтересно. Надо оборвать эти глупые отношения и перейти к новым, посмотреть вокруг. Столько прекрасного. Я стал ходить на танцы, с женой ходить смотреть спектакли, на концерты. Ездил на машинах, играл там, ну, ездил на машинках. Виртуально ходили, а, в Оулинг когда был, кидали шары. Жизнь совсем другая и совсем интересная. Когда мне я думал до 60 все-таки пойти на работу, я кандидат наук государственного управления и подавал неоднократно документы Министерства здравоохранения, я кандидат наук, который защитил диссертацию по реформированию системы здравоохранения, думаю, ну, вот буду, буду востребован. А оказалось, никому и не нужен. там Ну, 50-89 лет люди эти Ні государству, ні обществу не ну, потрібно. а можливо, тому що більшість таких людей вже думають лише щоб там один-два роки до пенсії, а там на диван або на лавку під будинком і всіх називати і проститутками. Можливо, стереотип і серед роботодавців ще працює, що такі люди не хочуть. Я не могу сказать, что все люди, вышедшие на пенсию, не хотят работать. Буквально несколько дней назад Бигус делает программу «Геометрия Л», приглашал пенсионер, и она скоро, по-видимому, выйдет. И там задался вопрос, хотите ли вы работать? У нас там мой знакомый товарищ, парень, мы с ним учились на курсе, он до сих пор работает, он старше меня на два года, и сказал, я буду работать до последнего, пока есть возможность и так дальше. Жизнь прекрасна в работе. А другие уже э, по-другому смотрят. Жизнь не только в работе, но и в других есть вещах, которые мы не замечаем. Надо смотреться. Что, какая моя цель? Работать. Я тоже думал работать вот до 60 лет. Рвался, что-то пытался, но видел, что министерство не нужен. И когда супруг собрал нас, сказал, что нам не нужны врачи здесь в министерстве. Нам нужны люди, которые могут организовать процессы как так? В Министерстве здравоохранения не могут работать врачи. Я понял, что это бесполезно, мои, мои потуги. А когда подумал, что каждый день ездить и тратить на 2-3 часа на правый берег, ездить, перебираться с такими пробками, да, барьер, ну, проводом. Будет рядышком, дома интересно работать, я буду дома работать. Будет дистанционно, я готов работать, время у меня есть. Но сейчас я, честно скажу, мне нравится, я кайфую от того, что сейчас живу. Круто, дуже круто. Я думаю, що для багатьох з нашої аудиторії, принаймні в планах на майбутнє. От коли мені стукне 60, я би хотів так виглядати, і можливо теж розстріляти в Counter-Strike. Олег перетяка, колишній військовий психіатр. А зараз стрілець збірної 55+, пробачте, яка називається Ageless Shooters. Так, все на цьому, от на такому позитивному прикладі. А в Кейсі можна назвати, ми закінчуємо новий ра. Ранок гостеві нашому дякуємо так само, як і аудиторії радіо НВ. Завтра в п'ятницю ми з вами знов чуємось тут з сьомої до десятої. Радіо НВ.